Привет всем, с вами Коншина Наталья. Тему данного видео хочу посвятить опять-таки Словении, Любляне. Как здесь живут люди, стоит ли ехать. И именно данный раздел хочу посвятить тому, какие же все-таки словенцы настоящие. Какие они? Настоящие словенцы, я бы хотела сказать, очень ценят природу, очень ценят то, что имеет Словения, и всячески восхваляют это. Если, допустим, сравнить разные страны, и знаете, вот Словения говорит, вот у нас такая хорошая, красивая, прекрасная природа, такие вот у нас достопримечательности, горы, пещеры, там, долины, горбы, ботанические сады. Вы хотите сказать, что этого нет в других странах? Или только Словения это имеет? Украина имеет гораздо больше достопримечательностей не из-за того, что Украина чем-то лучше, а из-за того, что она просто больше. Тем не менее, у нас это не так восхваляется самими украинцами, понимаете? То есть, скорее всего, украинцы недостаточно любят свою родину. Они не так к ней относятся, как словенцы. То есть словенец не будет гадить у себя дома. А домом они считают всю свою страну. Поэтому они очень относятся к приезжим, особенно к тем, которые не уважают их традиции, не уважают их стиль жизни. Они к ним относятся очень и очень настороженно.